Этот гриб является самостоятельным видом или формой белого гриба. Сезоном для белого гриба березового является период с июня по октябрь. Чаще всего его можно найти вдоль дорог и на опушках. Наибольшее распространение белый гриб березовый приобрел в Мурманской области, встречается также в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Западной Европе. Произрастает гриб местами довольно обильно и встречается часто, причем как группами, так и одиночно. Шляпка белого гриба березового достигает диаметра от 5 до 15 сантиметров. Когда гриб еще молодой, его шляпка имеет подушковидную форму, а затем приобретает более плоский вид. Мякоть белого цвета, по структуре она плотная, с приятным грибным запахом. Ножка гриба бывает в высоту от 5 до 12 сантиметров, форма ножки бочонкообразная, сплошная, по цвету беловато-коричневая. Белый гриб березовый является съедобным грибом. Его пищевые качества ценятся так же, как и белого гриба. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.